Полезный и аппетитный тыквенный крем-суп с молоком можно с легкостью приготовить в домашних условиях. Берите на заметку рецепт. Тыквенный крем-суп с молоком получается питательным и ароматным. Предлагаю добавить немного чеснока для пикантности. Яркий суп можно подавать как в горячем, так и в холодном виде к столу, украсив свежей зеленью. Тыква – 300 грамм. Чеснок – 1-2 зубчиков. Молоко – 150 грамм. Оливковое масло – 2 столовые ложки. Соль – по вкусу. Черный перец – по вкусу. Вода – по вкусу. Не более 200 грамм. Количество порций – 2. Подготовьте ингредиенты. Нарежьте тыкву и чеснок кусочками, сложите в кастрюлю и слегка обжарьте с добавлением оливкового масла. Влейте воду, чтобы она слегка покрывала тыкву, и варите 20-25 минут до мягкости. Взбейте тыкву блендером, чтобы получилось пюре. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте молоко и варите крем-суп еще 15 минут на медленном огне. Приятного аппетита!